несмотря на, казалось бы, идеальную навигацию и на то, что я был в этом аэропорту много раз, тем не менее умудрился всех повести не в ту сторону. Shame on me. Мы уже один раз прошли контроль безопасности, теперь будем проходить его еще раз. Там, кстати, очередь была поменьше. Паспортный контроль каких-то полтора часа, и мы на улице. Ура! За нами уже едет Uber X Chevrolet Suburban, который обещает за $49 доставить нас на Манхэттен. Отчаянные попытки заставить себя поспать закончились в 6 утра, потому что по биологическим часам уже час и как-то не спится, знаете ли. Вот. На улице все еще идет дождь, погода вчера была просто отвратительная. Это сильный ветер, дождь, но при этом интересно, что на улицах дети играют в футбол, который европейский футбол, сокер, бейсбол, бегают люди и вообще никто не обращает внимания на то, что фигачит ветер и дождь. Целый дом здесь у хозяев. На первом этаже гостиная и кухня, на втором две спальни и ванная. Есть еще третий этаж, но туда мы не поднимались, нас никто не приглашал. Но собственный двор вообще очень клево. И даже улица такая, не совсем горленская. Нам на полном серьезе сказали закрыть дверь и оставить ключ под ковриком. Искали квартиру на Airbnb. Все мои знакомые, которые бывали в США и в Нью-Йорке, говорили, что Гарлем типа уже норм район и совсем не то, что раньше. Но в принципе, если судить по этой улице, то район действительно норм. А если по тому месту, где мы вчера обедали, то как-то не очень. И водитель Uber нас предупреждал, что место, в принципе, ребята стрёмное, поэтому вечером особо по улице не ходите. Ну, хз, у нас все нормально обошлось, поэтому теперь мы едем нашу гостиницу на Таймс-сквер. Это то же самое, что ни на есть центр. Куча людей, небоскребы. Все как надо. Теперь можно почувствовать, что ты в Нью-Йорке. Ну вот и наша гостиничка Intercontinental Times Square на 44-й улице. Airbnb это, конечно, клево, но пожить в хорошей гостинице тоже всегда приятно. А гостиница очень неплохая, сам номер хоть и небольшой, у нас огромные кровати. Ну, самое клевое, конечно, здесь что должно быть, это вид из окна. Я на 32-м этаже Intercontinental отеля. Вид действительно неплохой. Интересно, что при всей крутости отеля интернет здесь платный.
стандартный $5, премиум 10 мегабит $20, трехдневный стандарт $40, премиум трехдневный $49.95. Судя по тому, что Acer выдал инструкции по подключению к интернету, за него должны заплатить. Но я не уверен. Бывает круговое движение. Стоит сейчас прямо по центру перекрестка с круговым движением. Оказывается, они есть даже в Штатах. И слева от меня Централ Парк – это место, в которое я хотел попасть, наверное, всегда. Я много где был, но вот Нью-Йорк почему-то такой икона вообще. Один из самых крупных городов в мире, 100 раз виденный во всяких всевозможных фильмах и сериалах. Поэтому это было место, в котором обязательно надо зачекиниться, и наконец-то повезло. Сейчас обязательно часть программы затащить хот-дог на улице. Скажем прямо, на око в Украине хот-доги в 100-500 раз вкуснее. Такая себе и сосиска, такая себе и булочка. Но чекин есть чекин. Нашли музей естественной истории, но оказалось, что это не тот музей, в который я хотел. Я хотел в музей, показанный в фильме «Ночь в музее», там где статуя Теодора Рузвельта и скелет динозавра. Мы пришли в другой, который так и называется «Музей естественной истории», но почему-то не тот. Ну, посмотрим, что здесь, раз уже пришли. Снаружи снимали в фильме «Ночь музея», а все, что мы видим в фильме внутри, построено внутри декораций, внутри павильона съемочных в Голливуде, то есть декорации, поэтому в музее внутри их нет. Но где-то должен быть скелет тиранозавра, мы его обязательно найдем. Специально для фанатов фильма «Ночь в музее». Ну, вообще есть приложение, гайд по музею, и для фанатов фильма есть отдельная маршрут, который проводит по всему, что показано в фильме. И это прекрасно. Сейчас пойдем искать тиранозавра. Приложение «Навигация в музее» офигенно удобное, он, ориентируясь по местному Wi-Fi, вводит тебя по экспозициям, просто выбираешь, что ты хочешь увидеть, и он ведет тебя по музею как раз туда, куда тебе надо.
правильный вход в музей, который снимали в фильме. Мы обошли с другой стороны, со всех трех сторон обошли и не могли понять, почему же не тот музей. Оказывается, тот, просто не с той стороны подошли.